1996 году нападающий Джузеппе Рейна подписал контракт с футбольным клубом Армения. Футболист настоял на том, чтобы в договор внесли один необычный пункт. Согласно этому пункту, клуб должен был каждый год строить для него новый дом. Представители клуба возражать не стали. Но так как в этом пункте не было никаких конкретных условий и дополнений, то футболисту каждый год дарили новый домик из детского конструктора.